Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Получается? Да. Краю ближе бери, где уже пробил. Краю ближе бери, где пробил уже. Надо было тебе большую пешню взять. Надо было большую пешню с нартой взять. Ну, удобнее было бы. Что-то тебе маленькая тоже неудобно, короткая. Это так, осенняя. Ну и снова здравствуйте, вы вновь на канале «Это не диалоги о рыбалке». С вами вновь я, Костян. Виктор Костяныч. Сегодня у нас ветрище до 20 метров в секунду. Решили Витьку поставить самостоятельные пару удочек. Сейчас вот на проволоках поставим. Без груза, без нифига. Вот прям на проволоку пару крючков и стоянку. Наживка, веревка, палка. Ну, а завтра будем ожидать самостоятельную проверку Виктора Константиновича. Ладно, работаем. Потом проверяем перемет. Ветрище, друзья, мама, не горюй. Сейчас это проверим. Наши клубы. Вчерашние, вечерние. Надо сюда перевязать сразу. Сейчас сначала все сразу перевяжем, пока не замерзло. Почему? Да там же запас. Да потом переложу, посчитаю. Так. Вот это надо отвязать, блин. Под ноги налил. Туда еще надо будет крючок найти, вырубить, чтоб с петельками не мучиться. Только это надо будет заранее сушить. Ну да. А не как мы сегодня. А что сегодня? Сегодня мы что-то долго отдали. Все нормально. Мы сегодня
будет, блин, с нами удача. А черный дыр. Витя. Я уже кого-то. Налим сразу, он запутал, что ли, что-то. Долбай его. Смотри, опять какой. Это-то вообще половина половины китикета. Ага. И уходить не хочет, смотри, что. Живой сидит. О, Витя, есть. Блин. Сейчас подожди, перевернется. Еще разок. Ну, кто-то дает еще в руку. Вот смотри, что стандарт другой. Нормально, дай ему. О, улыбнулся. Тут что, перехлестнул. Ёж, хухана. Все. Вот такое уловище. А! Куда побежала-то? Ёршик нас спас. Ну, 4 штуки не впустую, да? Ну да. Дай-ка я еще как на пианино сыграю. Чтоб они мне пальцы не зажимали. Так, ну ерша будем менять всего. Я так думаю. Те, что живые, отпускать будешь? О, ворона накормим. Отпускать не надо никого. Все пойдут на хорошие дела, да? Размер. Да? Трешечки, двушечки. Перекрутил. Ну,
друзья, проверка. Такие 4 налима. В принципе, вкусный размер. Нормальный. Это 2,5, трешка, двушка и полторушка. Отлично. Сейчас наживляем перемет, все как обычно по схеме. Потом наживим удочки Витины. Ну, а завтра, будешь сам тягать налима. Так что ждем завтра. Блин, ерша, скорее всего, под замену. Парочку, может, оставлю, которые пободрее. Остальных заменим. Ну и как всегда, с вами был канал «Это не диалоги, а рыбалки». Хреновая погода. С вами, как всегда, был Костян, Виктор Костяныч. Ну и, как обычно, наш могучий, великий Енисей с его дарами. Всем не хвоста, не чешуи на ваших водоемах. И до встречи на реке, друзья. До встречи завтра. Надеюсь, в более лучшую погоду, тихую.